Всем привет и хорошего настроения. Ну что, ребята, продолжаем с вами Host Recon Wildlands проходить. И как вы помните, мы с вами добываем разведданные на Корситу. Так, вот сюда мы с вами в прошлый раз метили. И я думаю, точно хоть сюда. Вроде бы когда. Только что-то мы далеко начали, конечно, с вами. Так, ну точно не сюда, я помню, что это где-то было на берегу океана. Или залива какого-то, ну, в общем. Так, давайте мы заберем вертолет. И на вертолете, я думаю, будет намного быстрее нам до туда добраться. Так, ну что, пока вроде бы тихо, никого нету. Я надеюсь, так дальше будет у нас все гладко и спокойно. Так, где он у нас? Ага, вот. Мы не побежим вокруг по дороге, мы срежем путь. А полетим мы вот сюда. Да, очень много заданий нам дают по пути, но мы их не будем выполнять. Это все будет делаться потом. Пока мы сделаем второе наше задание, связанное с Корситой, как я уже говорил. Сан-Матео Альфа какой-то. Тут неизвестная локация. Ладно, давайте, сейчас цель наш вертолет. Добываем вертолет, перелетаем туда и делаем задание. Так, погодите, это мирные ребята или нет? Нет, в руках стволы у них, наверное, не мирные. Что он там делает вообще? Издеваются. Чего ты там на меня пальцем-то указываешь? Что тебе надо, а, Олух? Иди отсюда. Дайте-ка их тарану. Ать! Разбежались сосунки. Ладно. Так, тут у них рынок какой-то. У нас гости маленький. На пороге. Где гости? Не вижу никаких гостей пока. Давайте потихонечку будем туда продвигаться. Кто там, интересно, впереди-то стоит? Повстанец или кто? Или вражина? Тут один боевик. А, на это бабушка там еще по мобиле разговаривает. Ладно, трогать мы ее не будем. Давайте через домики пройдем. Ага, вижу цель. Отмечена у нас. Ох ты, елки, как я так упустил-то? Тихо, сядь. Отойди назад, враг тебя заметит. Да я уже понял. Поэтому и действую аккуратненько. Ну, вроде как не заметили меня, да? Все, спалили. Где? Снайпер, я не вижу никого. Елки-палки, блин. Так, ребята, я вас жду, давайте быстрее, оживляйте меня. Главное не откопытиться. Давай, я жду. Ну, и? Ну что ты? Так, давай, ну, спасибо. Где вы шлялись? А это-то что тут? А, он уже готов. Не могу понять, где враги, где враги? Так, ну давай, выходи, что ты там? Они идут прямо на нас, что будем делать, босс? Защищаться, что еще-то? А, сзади меня! Цель уничтожена. Так, ага, вот еще. Все, снайпера больше нет. Погоди-ка. Мне показалось или нет? Вроде кто-то как стоял здесь на крыше. А где вертолеты? Я что-то не вижу вертолета. Ага, все, обнаружил, вон он. Все, я побежал к нему. Надо угнать его как можно скорее. Так, все, птичка моя. Взлетаю. Тут полно всяких лампочек и тумблеров. Так, где у меня там цель-то? Я уже забыл. Ага, вот она. Так, куда можно тут еще-то слетать? Ну, я думаю, что мы никуда с вами не полетим. Полетим на сюжетное задание. Есть один высокопоставленный политик, который на курорте Корситы тусуется с продажными чиками. Подберитесь поближе и заснимите его похождения. Мы их вывесим в соцсетях. Продернем его и картель. Меня это вполне устраивает. Так, что-то я немножко не догоняю, куда надо лететь. А. Так, я сейчас в обратную сторону практически развернут.
Так, вот, у меня желтенькая стрелочка показывает, куда мне надо лететь. Все, сматываемся отсюда. Врагов не видно, разбежались после него. Да нет, брат, просто вы нам не нужны, и мы полетели далее. Практически подлетели, осталось 300 метров. Давайте мне, наверное, вот здесь вот засядем. Недалеко от базы. Ну, мало ли что, что вертолет нам пригодился отсюда смыться, если нам придется, конечно, это делать. Тихо, тихо, главное не разбить его. Так, замечательно, ну что же, пошли действовать. Так, погоди, палит, палит. На, нафиг. Отойди от этого. Враг уничтожен. Черт, они его нашли. Вас засекли, задание провалено. Какого фига-то? Значит так, нам надо действовать тихо, чтобы меня, оказывается, здесь не обнаружили. Вот в чем загвоздка этого задания. То бишь, все надо проходить по стелсу. Давайте пробовать. Найдите номер политика незаметно. Ну вот, видите, наше задание звучит именно так. Хорошо, порядок. Порядок-то порядок, но не совсем порядок. Так, что? Вижу одного. Здесь снайпер картеля. Я не вижу. Внутри сарая. Проверь. Внутри сарая где? Не вижу. Ясно. Выхожу. Так, поставили на него метку для синхронной стрельбы. Вижу цель. А хотя, по идее, зачем мне синхронная метка, если я его могу сам убрать, а? Он, тем более, далеко от базы. Сейчас шмальну по нему, да и все. Так, иди сюда, красавчик. Цель ликвидирована. Вроде тихо. Так, как-то больно тихо здесь у них все. Не нравится мне это. Так, погоди, кто-то идет. Есть еще одна цель. Блин, лишь бы трупак не заметил, а? Так, надо его убрать. Да какого лешего ты промазал-то, ядрит? Все, меня засекли, задание опять провалило, а? Ё-моё. В общем, ребята, здесь надо вообще предельно быть аккуратным, все делать чики-чики, как говорится, без всяких там приключений. Давайте еще раз попробуем. Снайпер! Вот. Скажи, куда смотреть? Внутри сарая. Да где сарай-то, не пойму я. Там вроде как нет никаких сарай... Погодите. Ё-моё, вон сарай где. Ничего себе, меня перековеркало. Вон где, оказывается, снайпер у нас. Наверное, он-то и палил. Так, надо его ликвидировать. Так, ну в то же время и там тут вроде... Тут боец картеля. Покажи. У пикапа картеля. Так, вижу. Молодец, обозначил. Но он, по-моему, за... А, нет, не за забором здесь. Лишь бы не промазать, ребята. Бинго. Цель уничтожена. Так, вроде все пока тихо. Давайте снайпер сносить. А, кусты не вижу ничего, блин. Так, а он, по-моему, на меня смотрит, да? Что-то высматривает в бинокль. Все, да высматривался. Тихо, главное, чтобы не было кипиша. Так, чувак идет. Давайте его тоже снесем. Его больше нет. Все замечательно, пока все четко. Все чисто. Да, хотелось бы верить. Так, давайте, наверное, туда сбегаем к снайперу. В будку в эту, в сарай, точнее. Ну и, как говорится, посмотрим, что там у нас. Тихо. Не, показалось, думал, что кто-то идет. Давайте забежим сюда, глянем. Рядом враги. Где, где, где? Два боевика. Где ты его видишь? Рядом со входом в лагерь. Рядом со входом в лагерь? Ладно. Так, этот у нас тут валяется, отдыхает. Ладно, пускай валяется. Ну что тут опять заиграла где-то шарманка, блин.
Как ты вовремя, а? Надо ее заглушить срочно. Эта музыка нам ни к чему. Вот она, да? Значит, ну-ка заглохни лучше по-хорошему. Тишина, благодать, хорошо так. Так, ты куда пошел? Ты куда пошел? Сейчас пропалят тебя. Блин, не вижу нифига, надо поближе подобраться. Так, двое стоят. Прямо на входе. Эти кустарники эти. Так, ну ладно, одного я пропалил. Но если его убью, тот не пропалит, наверное, скорее всего. Здесь надо делать синхронно все. Поэтому давайте сделаем две отметки. Мне надо сменить позицию. Ясно, цель получена. Так, я жду, пока вы там смените свои позиции. Все ко мне. Иду. Давай быстрее. А тут где-то там стоят, непонятно где вообще. Главное займите... Да какого фига, метки опять что ли спали? Ну так и есть, метки спали. Цели на мушке. Так, можно начинать. Так подожди, ты можешь начинать. Мне нужно вторую цель отметить. Цель получена. Так, ждем, когда ты будешь готов. Все готово, жду указаний. Давай, стреляем. Атакую врага. Так, пока вроде тихо, да? Чисто. Ребята, как вы? Ребята, как вы там? Нормально себя чувствуете? Все пучком, не обделались? Идем далее. Сейчас будет ответственный момент. Да-да-да, я так и хотел сделать. Сейчас будет самый ответственный момент. Проникновение на базу. Главное не облажаться и не провалить миссию, ребята. Так, давайте попробуем через ворота. Мы тут не одни. Приближаемся к цели. Действуем тихо. Так, ну здесь мне не судьба пройти. И перелезть тоже не получится. Что ж тогда делаем? Нет, не забирается он на этот забор. Давайте попробуем обижать, глянуть, что там у нас сзади. Так, тут чисто. Пока все у нас хорошо идет. Так, вижу какую-то красную ауру здесь. Значит, здесь кто-то есть у нас, по идее, так должно быть. Ну, вроде бы как чисто. Не знаю, перепрыгнем здесь, нет? Ну, что такое? Нельзя, что... А, не, можно, можно. Все. Тут медаль картеля. Какой-нибудь бандит будет по ней скучать. Да медаль-то понятно, картеля. Какого фига эти-то лезут сюда, а? Так, найдите номер политика незаметно. Вот именно, что незаметно. Так, какие-то документы. Фотоулика, золотая книга. Блин, ребята, вы спалитесь вместе со мной только. Так, дайте мне медаль поднять. На медали лист коки. Симпатично. Да какого фига вы делаете здесь, а? Так, погоди, кто-то идет. А, ну это прислуга. Да не тронем мы тебя, не волнуйся. Так, надо пометить груз. Мы сообщим повстанцам, где находятся припасы. Они тоже нам чем-нибудь помогут. Так, давайте что-нибудь изучим, а, ребята? Так, стрельба с бедра. Давайте стабильный прицел сделаем. Теперь стрельбу с бедра. Ага, 5500 не хватает мне еды. Ладно, сделаем тогда разрушение техники. Вот это вот хорошо надо будет. Все, по ходу дела, да? 0 очков. Ну и на этом спасибо. Единственное, я пока не могу понять, как мне узнать это все втихаря. Вот в чем суть. Так, он находится где? Получается... Так, тихонько. Главное не спалиться нам здесь, ребята. Если нас тут пропалят, все, миссия провалена. А эти там ходят, блин. Как у себя дома, ё-моё. Надо было их там оставить, а? И делать все одному. Потому что враги мои палят не только меня, но и моих соратников. Чё-то не могу я понять, куда тут идти надо, а, всё-таки. Опять этот магнитофон надоел, он уже... Нифига, у них тут беговые дорожки, да, видели все дела? Так, это получается напротив. Вот этот вот маленький черный прямоугольник. Надо выдвинуться сюда.
Здорово, а это у нас что? Это у нас бассейн. И как вы прикажете мне здесь получать данные? Я что-то не врублюсь. Ну и где? Где тут? Ничего нету. Стрелочка. Есть один высокопоставленный политик, который на курорте Корситы тусуется с продажными чиками. Подберитесь поближе и заснимите его похождения. Мы их вывесим в соцсетях. Продернем его и картель. Так, наведите на цель дрона. Так, снять компрометирующее видео. Это, конечно, все хорошо, да? А где сам этот политик-то? Где он? Незадача, теперь его еще надо найти. Ну что у нас получается, это здание пустое. Так, дрон в полете, лети-ка, дрон. Давай посмотрим, где здесь у нас что не заснято еще. Так, бассейн, здесь ничего больше нету. Так, вот только вот это здание у нас осталось. В этом здании мы были, в этом находимся сейчас. Туда смысла вообще лететь нету. Значит, получается... Так, это все мои здесь стоят. Куда ты вылез-то, а? Куда ты там палишь? Что ты... Что у тебя с походкой? Ты дрить твой на корень, а? Так, ну в басике пусто. Я думал, знаете, что он... Ух ты, смотрите, тукан сидит. Я думал, что он может быть как бы... Да уйди ты отсюда. Я думал, что он выйдет в бассейн там поплавать с этой распутницей, и мы его заснимем. Но, походу, дело здесь не в этом дело. Указывает мне на этот гребаный бассейн. Что ты будешь с ним делать, а? Так, ну... Куда же? Тут всего у нас что? Вот это здание, в котором мы находимся сейчас в данный момент. Бассейн и вон то маленькое здание... Давайте еще разочек. Вот это здание еще у нас осталось. Так, ну двери здесь, как видите, закрыты. Если нас обнаружат в этой игру, мы больше не сыграем. Да я уже понял, это ты объяснил. Слышите? Даже Боуман не возбудилась бы. Мать их поперек. Держите меня, а то я сейчас к ним присоединюсь. Красавчик, чего ты хочешь? Я сделаю все, что скажешь. Так, здесь двери закрыты, ребята. Ругайся. Грязно ругайся. Так, надо в окно, мне кажется, только лишь. Лишь бы батарейки хватило. Так, где-то здесь, ребята, где-то здесь. Не вижу ни шиша. Опа-на, есть, ребята, есть картинка. Блин, лишь бы хватило у нас батареи, а. Когда меня наказывают. Ах ты шалун, противная шалунишка. Расскажи. Есть, ребята, данные сняты. Мы выполнили это задание. Так, и что теперь? Теперь-то что, можно грохнуть его или что? Хотя нафига нам его убивать? Мы же брали, как сказать, снимали его для компромата. Он нам нужен живой. Давайте сюда, наверное, рванем. Так, ага, и отсюда тоже нам не выпрыгнуть. Что же, нам придется тогда обратно выходить тем же самым путем, как сюда и пришли. Забираем боеприпасы. Замечательно. И теперь бежим до вертолета. А на вертолете уже полетим отсюда. Потом определимся с целью. С очередной. Так, замечательно. Где мои-то все? А, идут, подтягиваются. Что бы это ни было, похоже, у нас все получилось. Дни корсита в картеле сочтены. Я хочу снова это увидеть. Так, иди отсюда. Что-то там уставился на меня. Ну-ка, дуй. Пристегнитесь. Езжайте без меня. Так, я смотрю, у него запасы с водой были, да? Они мне не нужны. Иди забирай свою машину обратно. Так, а у нас следующая цель где? Ну, вертолет это понятно. Сейчас мы его заберем. Тихо, тихо, тихо. Давай. Все, поздняк уже летаться. Хотя нет. Иди сюда. Иди ко мне, родной. Вот так вот. Классно, все вышло. Где? Рядом со входом в лагерь. Понял. Сейчас я его попробую. Замечательно получилось. Так, теперь моя цель какая? Добраться до вертолета любыми путями. Так, все подтягивайтесь ко мне. Все сюда. Ясно. У меня такое впечатление, что нам придется здесь сделать глобальную зачистку. Так, палит, 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 тихо. Тихо, тихо. Назад, пока тебя не нашли. Да я уже понял. Я попробую их убрать. А ты-то куда вылез, блин?
Минус. Этот готов. Так, тихонько. Лишь бы не пропалили. Ух ты, сколько их здесь, а? Так, это идет сюда, что ли? Готов. Так, отлично. Тихо, тихо, не шуметь. Кто палит? Ах ты, черт тебя подери, пропали. Блин. Тут до вертолета осталось-то. Дайте я попробую, наверное, пробежаться до него. Где? Вот он. Да я должен успеть, в принципе, что он тут стоит рядом. Все, залазим. И сруливаем отсюда. Я давайте, ребята, быстрее. Так, ну что, теперь можно, в принципе, определиться и с целью. Куда нам лететь? Так. Найти подручного Корситы незаметно. Ну, это же мы Корситы сделали только что. Корситы, конечно, босс, но курортом заправляет его помощник. Уберите его, и Корситы придется несладко. Подождите, или мне это делать? Они идут. Что будем делать, босс? Пока ничего. Пока мы определяемся с целью. Не, ребята, это совсем другое задание у нас. Тот вон особняк рядом. По левую сторону. Как раз прилетаем мимо него. Ну что, дорогие мои, мы подлетаем с вами к какому-то очередному особняку. Найдите подручного Корситы незаметно. Опять незаметно, а? Что ж ты будешь делать? Все у нас идут по стелсу заданию. Ладно, давайте где-нибудь вот здесь приземлимся. Главное не разбить вертолет, он нам еще пригодится. Тихо. Так, выпрыгиваем нафиг отсюда. Так, ну что же, опять у нас тут забор высокий, через который нам, естественно, будет не перешагнуть, стоп, не перепрыгнуть. Здесь враг. Где? Эй, тут бандит с ПП. У входа в здание. Так, отметил, молодец. Он где? Он у нас за забором, что ли, получается? Ладно, сейчас мы это все узнаем. Боумен, мы на месте. Как можно узнать помощника Корситы? Мы ничего точно не знаем. У вас есть парочка жучков. Установите жучки в помещениях, где болтается много гостей. Кто-нибудь наведет нас на помощника. Я вызову вас, когда что-нибудь услышу. Если вас заметят, от жучков толку не будет. Тут у меня боевик с ПП. Не высовываться. Ставьте жучки и бегом прочь. Оставайтесь в тени. Замечательное задание. Еще жучки расставить, а? Не было печали, ребята. Кончились мои денечки-развлекаловки. Как говорится, брать все нахрапом. Теперь все придется делать втихаря. Ну что ж, я так понял, опять же нам здесь нельзя спалиться. И опять же, если спалимся, то все, мы продули. Так, ну я так понял, сзади здания можно все-таки пробраться. Так, тихо. Там кто-то у нас палит в бинокль. Так, если я его, интересно, уберу, пропалят или нет, а? Ну, они там уже нажрались, все в доску поют. Так, у него вижу, УЗИ. Лейтенант, ты котеля. Я не вижу. У входа в здание. Ага, все, вижу. Блин, ну что ж делать-то, сносить его или нет, а? А иначе мне не пройти будет. Появился один с пистолетами и пулеметами. Готов. Враг уничтожен. Так, тихо. Че такое? Кто пропалил, что ли, кто-то? Блин, если сейчас увидят труп, будет финиш. Пока никого не вижу. Вроде обошлось, да? А, тихо, вот стоит один. Да неужели он не увидел, а? Или увидел? Да нет, вроде тревогу не поднял. Так, 35 метров у нас до какой-то там цели. 58 и еще 23. Три точки. Так, ночное видение поможет мне там увидеть этого чувачка, нет? Установить, все понял я. Установить жучки, значит, надо будет вот это цели отмечены для установки жучков. Смотрю, они там изрядно нажрались. Как прям я в прошлой серии. Ладно. Как-то мне надо туда протиснуться, а? Где он? Так, он стоит здесь.
Но здесь, ребята, его сносить очень опасно будет для нас, потому что, смотрите, там впереди еще кто-то палит. Так, шаги он вроде не слышит мои, да? Давайте, да не ползком же, елки-палки, а сидя. Вот так вот. Ну все, ребята, была не была, я поскакал. Так, все тихо, все спокойно. Так, вижу какую-то вазу. Наверное, в нее жучок первый положим. Так, замечательно, сделали. Один жучок есть, еще осталось два. Так, и по-моему, где-то в этой комнате еще один, да? Вот она цель. Что это такое у нас? Картина. На картину, значит, сейчас повесим. Ну, за картину, какая разница, в принципе. И осталось 35 метров. Это в соседнем здании, я так понимаю, да? Это значит, нам придется выходить на улицу. А там палево везде. Так, тихо, идет кто-то. Надо как-то аккуратно, чтобы не пропалило меня. Блин, ну в этом здании как раз находится, да? И еще один там же. Блин, идти нахрапом опасно. Давайте дроны запустим. Запускаю дроны. Пускай он разведает для нас обстановку. Так, здесь все чисто. Кровать. В кровать надо будет жучок поставить. А эти ребята у нас оказываются снаружи этого здания. На улице, значит, они ходят. Значит, мы можем спокойно, в принципе, пробежать сюда. Тихо, 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 делай там свою зарядку. Так, ну что, вот она, блин, да как тут. В окно бы не пропалили, а. Вот кровать, последний жучок мы ставим. Жучки поставлены. Они соберут достаточно, чтобы Боуман узнала, где находится помощник Корситы. А теперь линяем отсюда нахрен. Да, я с тобой полностью согласен. Давай, линяем отсюда нахрен. Только так же, как и пришли, и как можно тише и аккуратнее. Покинуть район незаметно, у нас задание. Так, где-то здесь же этот стоит. Стоит, все там дымит или что он там делает. Так, ну все, теперь наутек отсюда, ребята, сматываемся. Хорошо, что хоть эти стояли на местах, не мешали мне в этом задании. А так бы спалились, это 100%. Так, ну что, я вроде бы покинул это здание-то. Че, она мне не звонит? Почему она мне не звонит, а? Корсита, конечно, босс, но курортом заправляет его помощник. Уберите ага, все, я врубился, надо покинуть желтую, видимо, территорию. Так, идите все ко мне. Все ко мне. Принято. Надо покинуть территорию, которая обозначена на карте желтым кругом. Только в этом случае, я так понимаю, все будет сделано, да? Сейчас проверим. Так, помощник и есть. Корситы популярен как чирлидер студенческой команды. Один из гостей сказал, где он находится. Передаю координаты. Спасибо. Не тратьте на него время, просто убейте и все. Вас понял, конец связи. Так, ну что, вот это уже по мне. Найти помощника Корситы. Где он находится? Ё-моё, нифига. Ух ты. Ну, явно мы туда не поедем. Это слишком долго. Так, у нас с вами здесь есть вертолет. И мы туда, естественно, полетим на вертолете. Так и безопаснее, и быстрее у нас будет. Да. Так Корсита, мы сделаем, конечно, ребята. Босс, но курортом заправляет его помощник. Уберите его, и Корсите придется несладко. Ну все, все, я понял уже, да. Полетели. Так, ну что, берем курс и летим. 3 километра у нас до цели. Замечательно. А меня вы никогда за руль не пускаете. И не пустим мы тебя за руль после того случая, когда ты нажрался и начал тут ерунду вытворять. Все, ладно, ребята, летим. Практически в цели, поэтому давайте вот здесь снизимся. Только я единственное не могу понять, этот городок-то как? Мирный или не мирный? Мы это не узнаем, пока не приземлимся. Надо выбрать хорошую площадку нам. Что?
чтобы вертолет был в целости и сохранности. Хотя, смотрите, ребят, по карте отмечены красные точки. Эти точки у нас враждебные. И еще плюс копы там фиолетовые. Это плохо. Давайте вот здесь вот приземлимся. Как бы и близко, и в то же время не очень. Так, куда я тут приземляюсь-то? Так, подожди, хвост не задеть. Об крышу этого дома. Вот так вот, я думаю, будет хорошо. Ну что ж, замечательно. Погнали. Живее, у нас гости. Какие гости? Вроде все тихо было. Не могли никакие гости нас увидеть. Так, 300 метров. Поселок вроде мирный. Давайте-ка разведданные. Мы поручили повстанцам провести разведку. Передаем данные о позициях врага. Ну и где ты мне передал позиции врага? Ты твою дивизию, а? Обманул меня, а? Ну что же, ладно. Народ, все сюда. Ясно. Придется самому на себя полагаться. Так, тихо вы, да чего вы на меня пальцем тыкаете? Я пришел на помощь к вам. Слушайте, по-моему, здесь не обойдется без кипиша, а? Смотри, как они все ходят тут. Да, я здесь. Я здесь, иди отсюда, не мешай. Ну что тебе, очкарик, надо, а? Лезете на рожон, ведь под обстрел попадете. Так, ребята, смотрите, здесь сбоку у нас группировка стоит. Да куда ты вылез-то? Куда ты вылез, идиот? Блин, ну придурок! Твою мать, да бабуль, не бзди. Ё-моё, а? Этот идиот вылез, блин, наружу. Порядок. Какой тут порядок? Тут полный беспорядок. Ё-моё, а? Ну вы сами прекрасно видели, что он натворил. Он пошел и вышел за дверь. Мы растревожили осиное гнездо. Ты растревожил осиное гнездо. Блин. Позвал на свою голову их с собой, а? Так, ладно, 150 метров у нас до цели. Так, нам нужно помощника Корситу убить. Так, а вот это уже плохо. Это уже... Так, вот это не он? Похоже, он, раз не сдох с первого раза. Так, иди сюда. Так, схватись. Не двигайся. Пинче каброн. Ёлки-палки, по-моему, вертушка летит, да? Так, давайте здесь с ним разберемся. Так, а что с ним? Ох ты, как это я так... Лейтенант убегает. Подожди, лейтенант убегает. Блин, он мне не нужен. А этот-то какого фига тогда? Ядрить, он мне вообще не нужен. Иди отсюда. Так, вертолет полицейский прилетел. Мы на прицеле у снайпера. Ё-моё, вы что творите? Да блин, уже. Да плевать, я хотел спрятаться. Мне нужен этот придурок. Ёлки-палки, неужели? Так, задание выполнено. Я выполнил все-таки задание, да? Да, выполнил. Я не знаю, каким чудом. Так, ребята, давайте, оживляйте меня, что ты там встал. Я жду, я уже при смерти. Давай. Что ты творишь? Ну какого фига ты делаешь? Давай, иди. Че они тут? Не каждый оказывается медик, что ли, еще? Спасибо, дружище. Так, ну-ка, иди сюда. Да не готов он, по-моему, еще. Вот теперь готов. Так, и в результате что? Нам нужна техника какая-то. Так, пополним мои припасы себе. Да, ты пробежал мимо. Так, плазма включена. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Давайте хоть немножко. Так, минус. Минус. Так, минусанули двоих. Так, давайте до вертолета сиганем. Так, вот вертолет. О, вертолет-то какой шикарный. Он как раз мне такой нужен. Так, я взлетаю. Не будем мы тут разбираться с ним долго. А лучше мы отсюда слиняем.
И куда? Какое у нас задание следующее? Так, я не понимаю. Ну, не сюда, это естественно, это Сан-Матео. Найти тюрьму. 4 звездочки, это нам не подходит. Вот, вот оно, по ходу дела, да? Уничтожьте игровые автоматы. Пусть и все узнают, столы. Что курорт Кар-Сити совсем не такой рай с гарантиями, за какой его выдают. Ударьте по казино. Поставьте там всех на уши, чтобы клиенты смотались из Боливии ближайшим рейсом. И все? Просто уничтожить казино? Ну что же, будет сделано. Поехали. Надеюсь, вертолет у меня выживет. Так, 42. Уничтожьте игровые автоматы и игральные столы. 42 штуки. Ясно, летим. Осталось нам найти место, где приземлиться. И начнем потихоньку здесь наводить шухер. Так, ну, вроде бы здесь хорошее местечко, да? Тихо. Сломай пропеллер. Так, ну я так понял, здесь без стелса, здесь можно казино Параиса. Элитное заведение для друзей картеля. Как им бесплатно. Ничего себе, у них там заведения, порядочки такие. Опа-на, на стоянке двое. Надо их убрать. Кто же еще-то? Ох ты, здесь еще. Внутри этого... Пригнись, ты себя выдаешь. Да я уже понял. Тихо, главное, вы тут не это, ненавидите кипиша. На. Цель ликвидирована. Вижу двух боевиков. Да я их тоже видел. Лагерь. Я их видел, там они стоят на парковке. Цели на мушке, жду команды. Вижу цели, можно стрелять. Подожди, давай обе цели. Все, отлично. Давайте вставайте на Ясно. Позиции. Цель отмечена. Все готово. Так, убиваем. Ну, стреляем. Ю, боец картеля. Скажи, куда смотреть. Там, у казино. Да это понятно, что у казино. Ты давай этих мне ликвидируй. Блин. Ну. Атакую. С этим мы разобрались. Молодцы. Порядок. Можно чисто выдать. Сработано. Твою мать, тут казино у нас снайпер. Перед нами. Помните, только снос и разрушение. Трупы нам не нужны. Давайте лишим этого мудака крыши. Ну что ж, давайте лишим. Здесь рядом гражданские. Смотри, куда стреляешь. Понял. Так, вот этого надо убрать. Минус. Его больше нет. Так, ну что, пока тихо все идет. Так, его, слава богу, никто не заметил. Но народ разбегается. Так, пополним боеприпасы. Их лейтенант убегает. Но нам летеха здесь и не нужен, в принципе, да? Нам нужны игровые столы и автоматы. Хотя давайте его грохнем, а? Так, иди сюда. Блин, куда он там садится? На машину. Не убежи, ребят. Так, где он тут стоит? В тачке, что ли, сидит? Ага. Так. Ё-моё, да вылазь так, чудово. Иди сюда. Ну это... Но это не похоже на летеху, это обычный. Этот придурок больше не опасен. Это был обычный чувак. Давай, наемники. Просили поддержки повстанцев. Ясно, сейчас буду. Давайте, ребята, разнесем здесь пух и прах. Враг убит. Так, взяли в кольцо, да, это казино, отлично. Погоди, кто тут? Ага, стоит, сидит. Уже лежит. Так, на двух этажах. И внизу, и вверху. Все ко мне! Вас понял, иду. Да, машина-то нехила. Нет, уезжает. Уезжает потихоньку. Давайте с рулю у тебя. Тихо. Вот так вот. Отдохни, парень. Кто у меня палит, не могу понять.
Ага, сразу двух этажей. Не выглядывай. Минус. Так, отлично. Нет, только давайте на этот раз без вертушки, а? Как-нибудь обойдемся. Цель ликвидирована. Молодец, спасибо. Ты мне удружил. Все хорошо. Все хорошо. Так, а вот они, игровые автоматы. Так, 6 сделано. Так, 10 сделал. Нифига тут жетоны сыпятся. Повстанцы, вы бы хоть уничтожали бы эти автоматы-то игровые. Чего вы стоите-то? Или вы только по целям бьете? Так, не могу понять, где еще. Я не понимаю, что там бурлякаешь. Вот, игровые автоматы. Так, не бойся, женщина, я тебя не трону. Вот так вот сразу, чтобы не задеть. Так, еще. Нет, это, по-моему, не тот стол, который нам нужен. Так, ладно. Ага, вот он. 21 минус. Еще столько же надо уничтожить. Так, почти 30 уничтожено. Так, 33. Так, подожди, тут еще медалька у нас лежит, оказывается. Интересно, картель много таких раздает? Так, а где остальные-то у нас? Я не врублюсь. Так, ну, ага, где-то здесь. А, вот они, оказывается, они сторонние. Ну что же, осталось еще 3. А где они? Так вот. Блин, пули кончились, ё-моё. С пистолета. А, нет, уничтожается. Давайте вот этот. И еще один остался. Вот этот уничтожил. Почетные гости разбежались. Здание разрушено. Папаша подрывник в восторге. И это задание выполнено. Привлечет внимание Корситы. Ну что, сыграем в кости или стол не уцелел? Нет, стол не уцелел. Намат, центр перехватил телефонный звонок. Вы наделали столько шума, что Корсита вернулся в Агуа Верде. Он собирается ежедневно устраивать вечеринки. Хочет убедить людей, что все в порядке. Где именно? У себя. Нужно испортить праздник. Выудите у него список гостей. У меня возникла та же мысль. Конец связи. Ну что же, ребята, новое задание. Отыщите Корситу. Так, а Корсита у нас здесь, на каком-то острове. Ну что же, ребята, надеюсь, мы в следующем выпуске с вами этого Корситу поймаем и все сделаем как нужно. А на этом всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии.